Здравствуйте, дорогие друзья! Я очень рада, что вы заглянули на мой канал. Я сегодня хотела бы поговорить с вами о так называемых лилиях-деревьях. Ну, вы сами понимаете, что лилия-дерево – это что-то несовместимое, потому что лилия – это луковичное растение, а дерево – это совсем другое. Ну вот существует же такое понятие, как лилия дерева. Так в чем же загадка? Ну не зря растение получило такое название. Стоит отметить, что таким громким названием продавцы часто привлекают покупателей и в магазинах, и в интернете. Лилейное дерево – это все такой же цветок лилии, который мы с вами всегда выращиваем в саду. Встретить лилию на участке довольно несложно. А вот увидеть лилию дерева – это довольно сложно. Лилия дерева – это, конечно, миф. Это просто гибрид лилии, который был выведен в Канаде. Между обычной лилией и лилией деревом разница только в высоте самой лилии. Лилейное дерево – это необычайно мощный сорт лилии, который разрастается в верхней части в виде кроны. Если вы купите лилию группы от гибридов, правильно ее посадите в хорошую, слабокислую почву, добавите туда удобрения, азот, фосфор, калий, добавите туда перегноя, все правильно сделаете, будете за ней ухаживать, то у вас вполне может вырасти лилия до 2 метров. Хочу заметить, чем теплее климат, например, в Крыму, на юге России, естественно, лилии будут выше и мощнее. Но вот в Подмосковье, вот где я живу, у меня лилии вырастают до 1,80 м. Например, Pretty Woman и Фризо. Другие несколько поменьше. Ну, 1,50 м, 1,60 м. Тоже вырастают, и лилии просто красавицы. Впервые названия лилии деревья были упомянуты в одном из каталогов голландских. Там было заявлено, что некоторые гибриды могут достигать высоты 2 метров. Чуть позже появилось другое название гигантских лилий – голиафы. Это были все те же лилии от гибриды. Сами вот эти гибриды были выведены американскими селекционерами. Первая лилия Black Beauty в 1957 году. Главными особенностями от этих гибридов является необычайно мощный цветонос, большая высота растения. Один стебель может держать на себе до 30 огромных, красивых, душистых цветов. Цветы по своей форме могут быть в форме кубка, чешевидной формы, челмовидной, и цветки могут быть направлены в сторону, немного вверх и пониклыми, то есть направленными вниз. ОТ-гибриды значительно меньше подвержены заболеваниям, чем лилии других видов. А вот посмотрите, какая еще интересная лилия. Это лилия Генри. Она относится к видовым лилиям. Высота ее больше 2 метров. Но разве ее нельзя назвать лилией деревом? Интересная лилия очень. Цветки у нее поникающие, собраны в кистевидные соцветия по 15-20 цветков. Диаметр цветочков около 7 сантиметров. Она очень интересная. У нее такая серединочка ярко-зеленая, тычиночки красивые.
Ну, лилии интересные. Вот все, что я вам хотела сказать про лилии деревья. До свидания, дорогие друзья. Заходите на мой канал.